Знания народов мира говорят о развитии жизни из яйца. Постепенное развитие невидимого зародыша в замкнутой скорлупе. Внутренний процесс без какого-либо вмешательства извне, в результате которого из скрытого ничто возникает активное нечто, и который не требует ничего, кроме тепла. Постепенное развитие этого зародыша в конкретное живое существо, разбивающее свою оболочку и являющееся внешним чувством, как самозародившееся и само себя сотворившее существо. Все это с самого начала должно было казаться непрерывным чудом. Благодаря такому описанию можно провести аналогию с тем, как зарождается жизнь в человеке. Личность, получив первичный толчок, первичный опыт соприкосновения с миром духовным, может сделать осознанный выбор – оставаться в иллюзиях этого мира или начать развиваться как духовное существо. Духовный мир, видя искренность и устремленность личности, помогает человеку, дает ему внутренние силы и, если можно так выразиться, согревает своим теплом, укутывает любовью. Процесс созревания личности – это внутренний процесс обретения любви. И когда дух готов, происходит его слияние с душой и обретение настоящей свободы. Происходит рождение нового духовного существа – ангела. Но все начинается с выбора самого человека. Бог создал нас без нас, но спасти нас без нас не сможет.